Друзі, рухаємося далі і прямо зараз готові запропонувати вам актуальну тему для Миколаєва та й України. Я думаю, що всі чули про ту ситуацію, коли обурений іноземець звинувачував українку в тому, що вона справжня шахрайка. Оскільки він їй подарував декілька квартир, а вона не погодилася вийти за нього заміж. З цією ситуацією розберемося. Більше того, поговоримо про українок та іноземців. Але попередньо, перед тим, як спілкуватися з нашою ранковою гостею, пропоную прямо зараз опитування від наших журналістів. Пройшлися вулиці міста і запитали, як ставляться вони до стосунків українок та іноземців. Дізнаємося відповіді прямо зараз, а після цього наша ранкова гостя. Шлюб з іноземцем – вже звична справа для українок. Та хто ж від цього виграє найбільше – місцева наречена чи іноземний обранець? Давайте запитаємось у мешканців Миколаєва. Це непогано, якщо наших жінок там не будуть гнобити, біжати. Так що, в принципі, непогано. Я мала опит роботи з іностранцями, вони більш внимательні, цінять наших жінок. Берут ответственность за семью. Понимаете, наши мужчины, они более безответственные, не хотят брать ответственность. Ну, отсюда и разводы. Каждая женщина, она хочет быть счастливой женщиной. Я сама русская и замужем за украинцем, так что ничего тут досудительного нету. Прожили 58 с половиной лет вместе, вот так. Жить плохо стало, потому что... А там лучше просто. А что делать? Не знаю, не задумывала. Не сильно отрицательно. Да, и не сильно положительно. Нет, почему? Это хорошо, главное, чтобы любовь была. Ну, это даже погано. Почему? Бо наши хлопцы хорошие, але, на жаль, українки хочуть добре для себе майбутнє, а для цього, мабуть, потрібні гроші. Я не знаю, чесно, я даже не думаю об этом. Негативно. Чому? У нас дуже багато своїх добрих чоловіків. Тому я і своїм дітям рекомендую тільки за наших. За іноземців? Нормально. Тобто вас не турбує, що ваші жінок забирають якісь інші чоловіки? Ну, я женатий, пускай забирають холостих. А якщо ваша дружина? Ні, ну, якщо б моя дружина? Ну, якщо б до неї іноземець залицявся? Не знаю, набив би, мабуть, лице. По-моєму, вони не виходили б замуж за іноземців, якщо б тут було все нормально. А также здесь все умы поуезжали за границу. За кого же здесь замуж выходить? Вот за тех мальчиков, что ходят в спортивных штанах по-советски. Если это по любви, это хорошо. Если есть чувства, если нет, то не очень хорошо. Ну, как бы, я считаю, это дело каждого, конечно. Но лично мое мнение, то наши мужчины лучше. Есть нормальные хлопцы у нас в Украине. Я думаю, что это... Ненормальна тенденція. Нужно просто оглянутися, посмотреть і найдуть нових хороших мужчин. Я гадаю, що вони хочуть якогось кращого життя, адже, в принципі, Україна це предоставляє, але всі ж хочуть чогось більшого, правда? Всі хочуть кудись, всі хочуть побачити за кордон, всі хочуть побачити якісь межі, які вони ніколи не бачили. Можливо, іноземці, вони є цим засобом, через яке ви не можете побачити. Я вважаю, що це так. Я думаю, що потрібно как бы, продовжувати український род і виходити замуж тільки за українців. Ну, я вважаю, що в цьому нічого немає плохого, в принципі. Як ми налажуємо міжнародні відносини, ми ж йдемо в Європу. От будемо разом з європейцями жити дружно. Тож любіть українське та підтримуйте вітчизняного виробника. Отже, радий представити нашу ранкову гостю, начальника відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторію Пазурчик. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами зранку. І так, якщо ми говоримо взагалі брак іностранця з українкою, много мнений зараз услышали від українців. Хто-то прагматично підходить к вопросу, живемо один раз, нужно попробувати все і взяти від життя максимум. Хто-то підходить чисто патріотично, треба продовжувати український род і так далі. Но є і юридична составляюча.
предлагаю все-таки вернуться к этой ситуации, которая разгорелась в Николаеве. Многие в Фейсбуке, в соцсетях писали, кто-то поддерживал, кто-то нет. А вот о той женщине, которая, скажем так, получила две квартиры, но не согласилась выйти замуж. Как быть в этой ситуации, скажем так, с юридической стороны, права она или нет, ну и, соответственно, должна возвращать эти квартиры или нет? Ну, это же подарок. Конечно, да. Еще раз здравствуйте. Ну, хотела бы в первую очередь сказать, что у нас брак и вообще право на личную жизнь, да, на семью у нас предусмотрено Конституцией, вот, а также регулируется Семейным кодексом и Гражданским кодексом. Что важно знать, да, то есть для заключения брака. То есть у нас вообще 18 лет должно быть, то есть совершеннолетние должны быть стороны. И здесь уже, если у нас возникает иностранец, да, иностранный элемент, то в этом случае необходимо, то есть законодательство у нас действует на Украине украинское, но стоит понимать, что существуют правовые договора, которые заключаются и с другими государствами, и этот брак признается и в других странах, да. Но как вообще все это начинается? В любом случае у нас пара, которая хочет заключить брак, идет в любой орган регистрации, чтобы зарегистрировать заявление о в дальнейшем, чтобы заключить брак. После этого, с момента подачи заявления, они считаются женихом и невестой. И вот у них есть там месячный период подумать и заодно решиться. Да, решиться. И государство проверяет непосредственно эти стороны. То есть на сегодняшний день законодательство гласит таким образом, что у нас могут заключить брак только те лица, которые не состоят на данный момент в браке. Соответственно, если мы говорим про иностранца, то нужно будет подтвердить документально, что он не в браке на сегодняшний день, то есть это справка, возможно, либо документ, подтверждающий, что он, ну, расторг брак. Вот. Ну, а также правовое нахождение его на территории Украины, там, виза и так далее. То есть вот эти вот документы, почему и возникает сложность? Потому что оказывается, что вдруг иностранец женат, и в этом случае не может быть. Все, что касается в течение вот этого месяца, когда они жених и невеста, они подготавливаются к свадьбе. Там независимо от того, там играют они пышную свадьбу или вообще. И вот возможность в течение этого месяца, то есть документально, все, что было потрачено там женихом на невесту или невестой на жениха, вот в случае отказа, вот отказа, вот вы пришли потом в ЗАГС через месяц, и в случае, если сторона какая-либо отказывается в принятии, ну то есть заключении брака, то в этом случае имеет место, это статья 31 Семейного кодекса, вернуть все то, что было потрачено. А каким порядком это делается? То есть нужно все-таки обращаться в суд или как? Конечно, безусловно, это только в судебном порядке. Это гражданское судопроизводство, и мы обращаемся по месту регистрации этой. Ну, то есть, получается, в таком случае стоит, скажем так, и одной, и второй стороне сохранить какие-то чеки за этот месяц и все остальное, да? А если мы говорим вот такой момент, если, да, вот квартира была и так далее, если она до этого месяца, когда было подано заявление, то это просто подарок, который, получается, возвращать не нужно. Тут бывают разные исключения. То есть, во-первых, договор дарения, что он собой предусматривает? Это когда одно лицо передает в дар, это его волеизъявление, а второе лицо принимает в дар, не платя никакие денежные средства, не осуществляя никакие действия в пользу или в интересах лица, которое дарит это имущество. Бывает, конечно, то есть это основное положение договора дарения. Но бывают ситуации, когда в договоре дарения прописывается положение, что в дар будет передано имущество после определенных какие обстоятельства будут доставать. Вот, в этом случае действительно это может быть, вот если в дарственной было прописано, что после того, как мы заключаем брак, вот, хотя у нас, опять же, это уже, опять же, неимущественное право и неимущественное, то есть волеизъявление, то есть в этом случае только можно, если обратиться вот даритель в суд и признавать договор дарения недействительным, потому что в момент заключения он вообще подразумевал совершенно другое. Если мы говорим, вот, например, да, вот такая ситуация, элемент, скажем так, дарения, если наступит такая вот ситуация, и рассматриваем, например, брак, да, не является ли это незаконным в том плане, что, получается, человек, ну, торгует, по сути, какой-то бартер, получается, он заключает брак и получает там квартиру. Законно ли это, вот со стороны, например, этой девушки? Не попадает ли она под какую-то статью Криминального кодекса? Ну, здесь, во-первых, это у нас здесь гражданские правоотношения, это, во-первых, если мы говорим еще не до заключения брака, а просто у них отношения, да, и это его было волеизъявление, то при заключении сделки нотариус, он обязан объяснить сторонам, растолковать, что вообще такое договор дарения и какие правовые последствия возникают после этого. То есть, что понимало ли то лицо, когда оно дарило, что это его просто волеизъявление, это не то, что он будет требовать что-то взамен. То есть, это очень важно. А почему спросил вот именно этот акцент? Потому что на сегодняшний день очень
очень большое количество тех же брачных агентств по Николаеву, да, когда, ну, скажем так, народными словами просто разводят тех же иностранцев, получая определенные там деньги, там, на букеты, подарки и так далее, просто обналичивая это все. Схемы как бы не новые, все об этом уже знают. А как быть в этом? Если девушка замешана вот в таких отношениях, скажем так, да, где посредник вот это брачное агентство, здесь с правовой точки зрения можно попасть под какую-то статью или нет? Или это просто вот один из способов, скажем так, который, ну, можно обогащаться, можно вот так играть, скажем так, чувствами? Да, ну, во-первых, я начинала с того, что у нас каждый имеет право на личную жизнь, да, и вот это вот брачное агентство выступает посредником, потому что не всегда у всех есть возможности поехать за границу, посмотреть и познакомиться вообще с иностранцем, если у кого-то есть такое желание или мечта. И в этом случае, то есть, как бы, именно брачное агентство посредник. То, что люди общаются и какие у них возникают отношения, подарки и так далее, это уже их личное дело. Тем более, как бы, если говоря о ситуации, если человека ты не видишь вообще и общаешься, и тогда да, возможно, там какой-то уже можно по-другому смотреть на ситуацию, но если к тебе приезжает сюда человек, и это является связующим, как бы, звеном, вы общаетесь через это, то здесь не будет никаких оснований, ну, вообще даже нарушений, потому что это личная жизнь. То есть само по себе, скажем так, институт как брачное агентство вполне легально, да? А если мы говорим, да, вот иностранец и украинка, заключили уже брак, они уже вместе, но бывают такие еще случаи, когда иностранцы заключают брак с украинками для того, чтобы получить украинское гражданство. Как быть здесь? Ну, вообще, да, законодательством предусмотрено, если у нас лицо иностранец находится в браке за гражданином Украины, то он получает вид на жительство, вот, а также по истечении там 5 лет и, ну, в дальнейшем может... То есть, как бы, уже другие свои, для себя, как бы, принадлежность к государству иметь определенные гарантии. Вот, поэтому здесь уже тоже, как бы, если в момент заключения брака у нас идет это чисто единственное какое-то основание, для чего они заключают брак, то есть не возникают никакие дальнейшие правовые последствия, права и обязанности супругов, то в этом случае можно будет, если какая-то из сторон то есть не приемлет это, и вообще, как бы, у нас брак — это добровольный союз мужчины и женщины, семейный союз, то в этом случае брак может быть признан недействительно. Рассматриваем такую ситуацию еще, да, если, например, с иностранцем был брак, и вот, скажем так, пожил он несколько лет здесь, оказалось, что он там натворил дел, скажем так, что-то украл, что-то сделал, что против, скажем так, юридической какой-то нормы. Как быть здесь? Как расторгнуть этот брак в случае, если нет детей, если дети уже есть? Как быть здесь? Ну, во-первых, стоит понимать, что если оба супруга хотят развестись, то здесь немного полегче будет. Вы идете в органы РАГСа, расторгаете брак, если вы находитесь за границей, то так же самое это может быть, то есть у нас находится, когда гражданин государства, действует законодательство этого государства. Но если существуют у нас правовые договора, там около 30 странами у нас Украина заключена, то есть брак, он признан и в том государстве будет. Вот, если есть ребенок, то это исключительно в судебном порядке. Или если один из супругов против развода, то это тоже будет в судебном порядке. В зависимости от того, где это будет, в Украине или за границей, у нас законодательством, гражданско-процессуальным кодексом предусмотрено. У нас, если у нас есть иностранец и гражданин Украины, то брак может быть расторгнут как и за границей, так и в Украине. Но мы обращаемся в Верховный суд, и подсудность, конкретно где будет расторгаться брак, определяет этот суд. Как правило, если оба, даже и гражданин Украины, и иностранец, живут за границей, то брак может быть расторгнут именно за границей. У нас даже вот была такая ситуация, когда брак заключался в Украине, а расторжение брака произошло в Голландии. Если мы говорим, да, вот о нажитом за этот период имуществе, оно распределяется, опять-таки, стандартно, как и между украинцами, которые разводятся, или здесь какие-то особенности? Опять же, у нас в зависимости от того, имущество где находится, и оно будет длиться таким образом. Если был заключен брачный договор, также, то есть, возможно, каждого имущества это остается за супругом, то есть, как было по договоренности. Если мы говорим, да, вот, например, девушка уехала с Украины и живет, ну, например, там, Турция, Голландия, любая страна, и, соответственно, они разводятся, как быть уже здесь? Вот то имущество, которое наше было там в Турции, в Голландии, в другой стране, не в Украине. Как здесь делится процент, скажем так, я так понимаю, что гражданин той страны имеет более права, да, на то, чтобы оставить большую часть за собой? Нет, почему? То есть это в суде все доказывается, в любом случае это делится в суде. Вот либо по договоренности они могут зафиксировать, как они разделили. Просто будет, если то, что касается Украины, делится в Украине. То, что касается того иного государства, делится в том государстве. Я понял. То есть
суди будуть дуже різні, звісно. Ось так, друзі, ось така ситуація в стосунках іноземців та українок, українців та іноземок. І різні бувають ситуації в житті. Найголовніше – вибір за вами. Якщо ж подобається людина, що зробиш? Кордони на сьогоднішній день не проблема. Вам дякую за те, що сьогодні завітали в нашій студії.